В этом году в России учрежден новый праздник – День Отца. Указом президента он отмечается в третье воскресенье октября. В выходной день многие омские папы выбрали спортивный вариант проведения праздника. Известный тренер по тяжелой атлетике Сергей Тё поспешил в Центр силовых видов спорта «Сибгувка», почти два часа отрабатывал важные нюансы мастерства со своей дочерью, серебряным призером чемпионата Европы Ольгой Тё. Спину держи, макушкой вверх. Пошли. Директор регионального центра спортивной подготовки Андрей Ежов регулярно дает уроки гандбольного мастерства своему сыну Ефиму. Он пошел по стопам отца и тренируется в спортивной школе. Вместе они пришли поболеть за омский «Скиф» в первом домашнем матче чемпионата России. Дай бог, чтобы он добился каких-то определенных результатов, то есть в этом виде спорта. Более того, он еще и пошел к тому тренеру, у которого я начинал, там Анатолий Григорий Михайлович, заслуженный тренер Российской Федерации. Вот, поэтому ну, очень приятно, что он попал именно к нему. То есть, и вот спустя 28 лет, то есть 28 лет назад я пошел гандболом заниматься. То есть сейчас вот Ефим. Гандбол – это сложный кондиционный вид спорта, то есть это все-таки координация, сила, выносливость, то есть быстрота, то есть есть все качества. Активную поддержку своих отцов чувствовали и участники первенства области по карате. Во дворце молодежи соперничали более 200 спортсменов. Папы настраивали, давали советы, выступали в качестве спарринг-партнеров. Спорт должен быть в жизни любого ребенка. Конкретно мой ребенок, посетив несколько разных занятий, несколько разных школ, выбрал школу «Черный пояс», потому что, во-первых, это рядом, во-вторых, это был его выбор, ему более всего понравилось. Почему карате? Ну, волевые качества развивает, скорость, реакцию. Ну, это серьезный спорт, который в дальнейшем может пригодиться ребенку в жизни. Петр Козлов строго следовал наставлениям своего отца. Судьи второй категории Александра Козлова одержал победу в возрастной категории 14-15 лет, порадовал своего папу. Огромная радость, огромное чувство гордости за своих детей, когда они достигают каких-то определенных результатов, тем более в таком индивидуальном виде единоборств, как карате. Это скорость, это техника, это мышление спортсменов. Очень приятно. Во всероссийских соревнованиях спортивная семья выступит в полном составе. Анна Козлова – одна из лидеров областной команды в категории для каратистов 10-11 лет. Постоянно выступает за сборную региона.